О, какие у нас гости-то сегодня приехали. Троих. Какими путями-то вы? Добрый день. Добрый день. Гости заехали к вам. А откуда? Барнаул по делам, с деревни, с Потеряевки. А как проедете сейчас? По грязи. Вы доезжаете до куда сейчас? До Урывок. До Урывок, там снегоход. А там у кого оставляете? Ну, у Шерстобитова. Угу. Так вы уже не первый раз тогда заезжаете? У меня всю зиму там машина стоит. Понятно. И сколько отсюда времени, пока доедете до Урывки? Часа 4, наверное. А 4? 3,5-4. Ты что-то, я вижу, какие-то бутылки он привез. Что это за бутылки? Это я привез кленовый сок. Кленовый? Да, вчерашней сборки собрал. Кленовый сок, он с марта по апрель идет. А какой лучше, березовый или кленовый? Ну, они оба полезные. У каждого свои свойства. Говорят. А вы в прошлом году-то набирали уже сок-то березовый? Да, да. Сколько ты набрал? Больше 200 литров мы заготовили. И консервировали, и так, и в бутыли. Значит, Потеряевки березы сок дают? Конечно. Ну, слава богу. На меня хоть сведет. Так а на чьей машине-то приехал? На своей. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Да. Ладно. Это там за забором твоя машина стоит? Да. Ладно. Вот, тут тоже весна. Хорошо. Так. А ну-ка, давайте, покачайтесь. Да, боимся, о, гости приехали у нас сегодня. Сегодня у нас что? Наверное... Сегодня? Понедельник. 28-е? Да. Послезавтра уже март 16-го года будет день памяти Алексея, Божьего человека. Потеряевки в это время, я помню, уже вода была. Я сидел на копне, которую отец вез, а он в валенках шагал прям по воде и домой вез на лошадке. Для коров везли. О! Насколько необычно это у нас будет хороший снег. Я потом соединю их. Потеряевские приехали сегодня. Покачаться на качели. Это Алеша. У нас качель нету просто. С Ангелиной Устиновой. Неожиданные гости какие попали нам. Ну все, пойдемте туда, там провожу вас. Пойдем. Бери там свою газету, положи вовнутрь. Вот так. Хоть маленько отвлечешься. А кто там с Варламом Назарем-то у вас? Бабушка. А. Там все схвачено, бабушка. Ага. Там бабушка еще молодая. Ну а я вот где беру, с этой березы. Ух ты. Маленько, вот, видишь, какая береза. Ага, ага. Ну а клен был, который я убрал весь, он все заслонял много. Угу. Ну а вот смотри где. Встань-ка к дверям. Снимем тебе надпись какая. Считай. Ну-ка, на крылечко встань-ка, кого бы. Идите, проповедуйте Евангелие. Ходили и благовествовали Слово. Ну, хорошая надпись? Да. А ее бы не было, когда батюшка не настоял. Угу. Тут такая же надпись была, как на том доме. Он говорит, а что бы такую надпись сделали-то? Божественную надо. Угу. Мы сразу, в течение одного дня. Написали, да? Но. О-о-о. О, у вас тут собаки. Ага, вот а собачка моя пришла. Он думал, что не. Понятно. А на сколько человек рассчитана машина-то? Раз, два, пять, шесть человек пассажиров. Ух ты, хорошая какая. Да еще и вес, да? Ты ее когда приобрел-то? В ноябре. В ноябре. Она у тебя в Потеряевке-то была? Да, конечно. Я еще успел приехать. Ага. Несколько раз. А то я улицу всю кормлю собак. Ну, они уже вон. Пять сов. Говорили, поди, да? Уже знают, да. Все знают. А то выскочили где. Уже, ну. О, еще один какой-то. Ну, давайте с Богом. Ладно, с Богом. Спаси Христос. Ничего не везете? А что мы везем? Рюкзак. А, вот как. Рюкзак. Вот видишь, как человеку надо. Все надо. Необходимо. Ребятишки поделазили тут. Ну. Понравилось им? Конечно. Ну давайте с Богом. Это любители. Ладно, будем все, за путешествующих молиться. Давайте, да. Ждем вас на праздник. Хорошо. Тут может быть нынче кто-нибудь еще приедет. Тут один хотел приехать. Ну, видишь, у людей денег нет. Все упирается во что. Нету совсем. Живут так только. Один нынче армянин даже из Германии хотел приехать. Я слышал, да. Слышал, да. Ну, еще нет.
Давай, оттрогай. Давайте. Смотри, винтик какой-то. А тебе не надо оттереть ее? Оттереть не надо тебе на маленько, прочистить номер-то. Тут все равно лужи. Ну давай. Слышите? А? Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Это же Евангелие. Вас вопить. Ну да давайте. Я пока ехал, уже два Евангелия. Просто. Я с вами все время теперь. Давайте. Ну давайте. Так у тебя номер-то не по-то. Не алтайский номер-то. Номер-то не алтайский. Я ж в Новосибирске раньше жил. Ну, давай, давай переделывай. С Богом. Так по привычке остался. Давай. Вот так. Вот оно. Собачки наши где. У меня там есть еда для собачки. Так, все, ушли. Быстро. Сейчас. Слава тебе, Господи.